Возвращаемся. Ни черта мы не получили с этого хума. Перчатки только-то какие-то. Бессмысленная победа над жалким противником. Вы лишь отсрочили свое неизбежное поражение. Ты терминатор, что ли? Ваши стены все так же слабы. Ничто не остановит наш штурм. Камень все равно будет моим. Да я тебе могу дать камень какой-нибудь. Сейчас пойду принесу там. Хоть из стены вытащу камень какой-нибудь. Принесу тебе камень. И все, что ты так переживаешь, нервничаешь? Че париться-то? Так, ну, крит меньше, может, что я вижу. Плюс 40 сопротивления тайной магии, это хорошо. Увеличивает радиус автоматического поднятия золота и сфер. Атакующие в ближнем бою получают смешное количество урона. Не, нормально. Крит хорошо, но там, наверное, все высчитано, в принципе-то уже. С критом. Так, у меня уже 52 тысячи здоровья. Неплохо. Для 50 уровня, наверное, нормально, мне кажется. Так, ну ладно, давайте сделаем перерыв. Хотя сначала дослушаем. Отправился в оружейную бастиона, чтобы разобраться, что за ужасные звуки доносятся оттуда. Он велел передать тебе, чтобы ты тоже шел туда. Ну давайте сходим вниз. Ты всех их убила. Отлично. Ты завалила все дело, дура. Кто ей вообще доверил этот камень? Не могли какого-нибудь нормального человека найти для этого? Похоже, теперь камень способен сдерживать находящихся внутри демонов. Ну конечно, ты перебила половину вояк этой крепости. Да, но надолго ли? У нас осталось мало времени. Мы должны сразиться с Асмоданом. Значит, не стоит его тратить на разговоры. Я пробьюсь сквозь их ряды, спущусь в кратер и покончу с этим. А ты вообще что здесь делаешь? Ты должен стоять там, не знаю, рубить монстров направо-налево. Ты стоишь здесь в подвале вместе с двумя бабами. Нормально вообще? Хочешь рот продолжить? Или что? Ты чувствуешь, как сотрясаются стены? Нет. Асмодан пустил в ход осадные орудия. Иди решай проблему. Одни руины, нам нечего будет защищать. Да ладно, напрягись, иди реши проблему. Что ты от меня хочешь? Что ты прикопался? Иди отсюда нафиг. Что ты от меня требуешь? Сам от себя иди требуй. Все, понял, негр, иди отсюда. Надо включить Жириновского в сложный момент. Иди отсюда, охрана. Охрана, выведите этого негра отсюда. Пускай идет, сам разбирается с дьявола. Кто тут, как его, архангел? Ты архангел или шмок последнее? Я не понимаю. Что ты хочешь от меня вообще? Все проблемы твои, не надо на меня их вешать. Иди и решай свои проблемы вообще. Сам. Все. Я на перерыв, короче. Так, ну что, продолжаем. Дальше наш путь идет через Ариадские ворота. Или врата. Без разницы. В общем, сейчас будет... Ядовитая фигня везде. Бастион выстоял. Благодаря трём катапультам. Теперь я отправляюсь и пяти кострам. На поле боя, где осадные орудия Асмодана уничтожают наших солдат. Не наших солдат, я в армию вообще не вступал. Давайте не будем причислять меня к этим
бездельником. Так, отлично. Мало того, что он в ловушку уберет, так еще и замораживает. Вот это вот кайф полнейший. Плюс меня еще и зажали. Так, рановато я использовал, конечно, на панике аптечку, но решил перестраховаться. Я думаю, это лишним не будет. А то мало ли я бы сейчас заморозился бы и все. И было бы весело. Так, надо вот этих вот парней прессовать активнее. Потом до этого желтого будем докапываться. Пока что вот на этом сконцентрируемся. Ну, хотя, раз он сам подошел к нам, давайте им займемся. Так, хромовик, ты что не лечишь? Ты заколебал уже. Ты заколебал меня не лечить. Понимаешь? Или не понимаешь? Ни черта не делает. Скотина. Бездельник. Так, ну в этот раз я, естественно, не успел. Ну, хотя Пак будет все это время на подгоревшей земле стоять. Хорош, хорош, хорош. Сейчас можно и слиться-то. Ты заколебал. Ты очень сильно заколебал. Гадить под ноги. Твой миллион хп тебе не помогут. 2 миллиона хп, прошу прощения. Давай подыхай уже. Сколько можно? У нас в Вестмарше тоже холодные зимы. Но здешний мороз стирает кожу, словно падальщик. Нужно все время двигаться. Тогда кровь не застынет. Этот парень боится мороза. Ты как бы не видишь, чего здесь надо по-настоящему бояться? Падальщиков здесь хоть отбавляй. Хвала богам текут. Баллисты ведут по нам шквальный огонь. Ты должен уничтожить их, иначе мы не продержимся. Я должен? Да не бреши. Я ничего никому не должен. Я все по собственной воле делаю. Хочу вообще из игры выйду и удалю ее. И все. И никому ничего я не должен. Окей. Так пойдет. Так будет нормально. Обезображивают ноги покойника. Обезумевшим от боли кровожалом достаточно лишь раз уколоть свою жертву, чтобы отравить ее ядом. Отлично. Тем не менее, почему-то ядом они не травят особо. Я вот только сейчас, по-моему, заметил, что в Diablo 3 нету как такового отравления, то есть цвет вашего здоровья, он никак не меняется. Хотя в Diablo 2 он, естественно, менялся, когда вас отравляли, это банка, да, кружок. Она становилась зеленой, и здоровье отнималось в соответствии с отравлением. Здесь такого нет вообще. Ты можешь только на полу в луже яда стоять, но по-другому от яда ты страдать не можешь. Насколько я понимаю. По крайней мере, не отображается вообще никак. Так что вот так вот. Такое замечание. Не то чтобы я этого не замечал, что здесь здоровье не окрашивается. Просто я не придавал этому значения. И, по сути, осознал только сейчас. Так, хорош уже меня бить по лицу. А, здесь второй шаман еще присутствует, отлично. Замечательно просто-таки. Я-то начал уже мелких мочить. Там, оказывается, второй шаман присутствует. Все это время лечит и подымает. Такого счастья нам не надо. Так.
Да. Чего вы здесь ютитесь в какой-то маленькой каморке? Непонятно, чем занимаетесь. Пора вступать в бой, господа. Ваш первый и последний. Ну, может, не первый, но точно последний. Я об этом позабочусь. Я бы не сказал, что тьма отступает, она просто дохнет. Мне не хватает гнева. Опс. Сейчас кто-то рванет. Так. Ну что тут? В этой комнате по-любому кто-нибудь есть. Может быть даже... Да ладно. Обычно здесь довольно-таки часто скрываются паки, либо фетиши. Но в этот раз там вообще никого не оказалось, кроме парочки кровожалов. Обычных противников. Ладно, будем искать фетиши в другом месте. Ну или пак. Опять я не вовремя прыгнул. Ну ладно, они вроде как взрываются не около меня, так что не страшно. Мне нужно больше гнева. Так, по-любому там есть шаман. Я в этом даже не сомневаюсь. Нет шамана? Ну ладно, окей. Вам же хуже. Кто там орёт постоянно? Как больная ворона. Фигня. Полная. Здрасте. А вот шаманы. Все это время здесь сидели. Ждали своего звездного часа. Ну, вот он настал, что вы будете делать. Только не убегайте, пожалуйста. А то я знаю ваши привычки. Наклонность. И тактику. Это вам не поможет в любом случае. Так, отлично. Куча пухликов. Ладно, они вроде как из-за резистов особо много не наносят дэмэджа. Да куда вы постоянно? Убегайте. Стойте вы на месте. Идите сюда. Идите гореть вместе со мной. Это же так весело и забавно. Почему они по одному ходят? Я не понимаю. Где огромные пачки противников? Вот еще один сидит в углу. Забился. Еще один из другого угла вылез. Супер-пупер прям. Здрасте. Да дайте мне пройти к этим вашим. Генеральфусом. Майоркусом. Ну вот они теперь в рассыпную кинулись. Отлично. Замечательно. Так, минус один есть. Надо минус второго обязательно. А то он тут наподнимает. Все, давайте обратно. Но хромовик никак не может отпустить от себя противника. А мне нужно прыгнуть на всех. Вот ты молодец, собакис. Застрял. Не получишь свою порцию подгорания тогда. Давайте мне еще легендарок. Давайте мне много легендарок. Без них как-то... Не то что сложновато. Без них медленновато, я бы сказал. Здесь уже ничего нету. Так, мне звонят, секунду.